Всем привет! За окном капризная весна волнует сердце переменами. Ласковое солнце сменяет свежий ветер, а через час снова тепло и солнечно. Но мы-то знаем, что совсем скоро солнечных дней станет гораздо больше, а значит, пальто можно будет сменить на плащ. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! В этом сезоне по-прежнему в моде тренчкоты или просто тренчи. Это классический фасон двубортного пальто, который сложно представить без его отличительных особенностей. Паты на плечах, пояс с пряжкой, который обычно завязывают узлом, шлица для комфортной ходьбы, высокий рубашечный воротник и лацканы. Законодателем моды на тренчкоты считается модный дом Барбери. В этом году бренд предлагает тренч оверсайз в традиционном светло-оливковом оттенке. Дизайнеры Селин выбрали похожий оттенок и классический фасон. Носить такую модель стилисты рекомендуют широкими джинсами в стиле ретро. У Элизабетты Франчи мы видим более изысканную и элегантную модель в теплом бежевом оттенке с накладными карманами на кулиске. Альберто Ферретти продемонстрировали белоснежный тренч с золотистыми пряжками в рамках белого Total Look с широкими легкими брюками. Аналогичным приемом воспользовались дизайнеры бренда Dolce & Gabbana. Они поместили леопардовые вставки на отложную часть воротничка стойки. Бежевые тренч-коты максимально универсальны, их можно дополнять и яркими вещами, но в этом году на подиумах господствовали светлые Total Look. На сайте Zarina двубортный плащ серо-голубого цвета сейчас можно купить со скидкой в 17% за 3319 рублей. Состав 90% полиэстер, 8% эластан. Страна-производитель – Китай. На сайте Озон двубортный плащ фирмы Zarina бежевого цвета сейчас можно купить со скидкой в 29% за 2839 рублей. В наличии только 48-й размер. Состав 90% полиэстер, 8% эластан. На сайте Marks & Spencer двубортный плащ-тренч сейчас можно приобрести за 2998 рублей. Раньше он стоил 6999. Есть выбор цвета хаки, темно-синий, черный и цвет беж, который на сайте называется «Нежность». Модель отличает двубортный силуэт, пояс с пряжкой, крупные пуговицы и карманы со штурмовыми клапанами. Изготовлен из прочной переработанной ткани, которая сохранит тепло и уют. Состав 66% полиэстер, 34% хлопок, подкладка 100% полиэстер. На сайте Love Republic тренч кремового цвета сейчас можно купить со скидкой за 6999 рублей. Его прежняя цена 7599. Двубортный тренч имеет широкие лацканы, завязки на рукавах, наплечники, удобные карманы, пояс. Его можно миксовать со скини-джинсами, подлоном, оверсайз-джемпером. Крой соответствует стандартному размеру и обеспечивает идеальную посадку по фигуре. Есть выбор размеров. На сайте Озон плащ фирмы Палетто сейчас можно приобрести по привлекательной скидке в 62% за 4890 рублей вместо 12900. Состав 85% хлопок, 15% полиэстер. Цвет беж, двубортный плащ украшен поясом и клапанами, а также крупными пуговицами контрастного цвета. Новый модный оттенок этого сезона – тауп. Это нечто среднее между бежевым и серым. Оливковые хаки тоже считаются традиционными для тренча цветами, а некоторые кутюрье отдали предпочтение ярко-зеленым вариантам. Верхняя одежда на несколько размеров больше подчеркнет хрупкость стройного силуэта и гармонично скроет лишние килограммы пышной фигуры. Сделать образ более утонченным во всех смыслах поможет ультратонкий поясок из того же материала. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!